суровый край, где властвуют морозы, а летом зной и комары. Покинут люди, идут обозы от моря до самой Колымы. Они идут по кочкам и болотам, бывает, речки переходят вброд. Что поделаешь, такая уж работа, и на лице всегда бывает пот. Пасут стада и днем, и ночью, под дождь, жара и пурга. А тундра ни курорт, ни Сочи не выжить людям без труда. Им жить приятно на природе, для них он лучший материк. Каждого из них в пустом народе зовут коротким словом тундровик. Тундровики – это в основном чукчи, само название которых «Лора Витлан». В переводе с чукотского означает «настоящий человек». И это не случайно, ведь только настоящие люди смогли выжить и жить в столь экстремальных условиях. И один из них – зоотехник Алексей Хадиала. Мы с детства, когда в школе учились, мы в этом, ну, на каникулы всегда в стадо вылетали школьным рейсом. И прилетали, и там уже навыки получал по нему. Стоял каждое рядышком, да? В поселке не был, был все время в тундре. Работаю это, знаю, с детства уже. Человек может в любой профессии себя, должен все уметь уж это. Многое что уметь, и рыбачить, и в общем, ну, потом после армии прошел. И года три пастухом проработал, и после этого меня поставили бригадиром. И вот в течение 15-16 лет бригадиром работал. У меня была бригада, вторая бригада. У меня одна была молодежная бригада. Сейчас я уже не бригадир, я же сейчас специалист, в конторе работаю. После учебы. На моей ответственности лежат три бригады, это западные, это восточные. Мы сейчас находимся в восточных садах, а так три бригады, которые мы корализовали сейчас. Сейчас они там находятся, с западной стороны. Вот мои задачи входят, чтобы они были обеспечены всем необходимым, пастухами и снаряжением было. Ну, чтобы все у них было нормально, чтобы легче им было работать. Сейчас последние года людей с каждым годом мало становится, настоящих оленеводов. Поэтому очень сложная обстановка сейчас с кадрами у нас стоит. Новое поколение мы не воспитали, теперь уже не знаем, как выходить из положения. Если мы хотим настоящих оленеводов воспитать, это нужно с детства, чтобы они уже... Мы вот в детстве кочевали, у нас четверо детей. Вот, отец с матерью, мы кочуем в кибит, зимой, там, туда. Потом идет у нас уже школа, детский садик, школа. Детский садик практически мы там перед школой ходим год-два. И там после уже каникулы опять им такого интереса нету. Один-два, а у нас такая толпа была, там человек 10-15 школьники. Мы играли, ловили, мы там вот тогда уже учились идти. Ловли, бегаем там, заворачиваем или нет, на друг друга, на детьми соревнуемся. А сейчас они с кем будут делать? Поэтому со взрослыми все время, они и растут со взрослыми. Сейчас на все последнее время все на технику стали нажимать, лошадей. Поэтому вот это вот мы теряем это уже. Он хорошо разбирается в породах оленей. Харгин у нас наша порода. Мы никогда ни с какого района не брали, потому что у нас своих оленей хватает. А осеменять мы тоже у Нутендли можем взять. Потом здесь восток и запад у нас тоже на расстоянии хорошем находятся. Поэтому у нас эти мероприятия ветеринарные на востоке давно стали проводиться по бруцеллезу. Поэтому мы сейчас с запада на восток хоров вообще не трогаем, а оленей желательно, чтобы не смешивались. Поэтому берем этих племенных, у нас с востока, с этого района гоним в нашу сторону. Как специалист с большим оленеводческим стажем видит будущее оленеводства? При нашем положении оптимизма это не добавляет. Потому что пессимистам неохота быть. Поэтому мы стоим вот на этом положении. Потому что и слишком размаху большого не возьмешь. И меньше не надо опускаться уже.
поэтому планку держит пока. Хотят у нас забойную пункт сейчас поставить, да? Кто его будет обеспечивать? Это нужно будет специалистов своих, да? Учить или что? А у нас когда, когда, кто будет учить? У нас сейчас народу не хватает. Даже вот линейку погнать у нас народу не хватает. Сейчас не вот родители. Кому охота вот это вот, то что вот. Мы на себя же все это испытали же. А сейчас, сейчас подросли и не хотим, чтобы наши дети мучились. Чтобы они были, у них компьютер был. Вот я разговариваю с мамой. Кто какой вот, например, вот из нашего вот сейчас поколения. Никто не хочет, чтобы их дети. Мы любим своих детей. Сейчас политика уже совсем, ну не то что политика. Хотя жизнь другая, можно сказать. Раньше, видишь, все было у нас Советский Союз. Все как-то по плану все у нас шло. Дети рождались, заботились, ну, что-то, проблем не знали с этим. А сейчас, чтобы родить ребенка, это ну, тебе дало государство. Кто-то там эти материнский капитал, купил ты квартиру. Потом надо будет ее, эту квартиру, следить за ней. Там сколько вложений надо. А ты, ты в стадо как поедешь? Работа там другая же всем тебе. Кому ты оставишь квартиру? Поэтому это вопрос такой, что острый вопрос. Ага. Для Алексея Хадиала корализация прежде всего это труд многих людей. У нас вот с последними годами у нас там большие стада пасутся. По 2 500 в районе 2 500 в одном стаде. Это при нынешнем составе бригады это очень нагрузка большая для этих. Их же много, вот так разбегается осенью, и пешком походить. И вот в этой литовке у нас было по 3-4 человека. А раньше бы у нас состав бригады из 6-7 человек был. И не такие какие-нибудь там эти с поселка, настоящие льводы были. То водка сгубила, то здоровье, потом проблемы какие-то семейные. Ну, и последние, за последние годы у нас только количество настоящих оленеводов, которые с детства в оленеводстве работали. Вот сейчас вот я думаю, даже вот очень увеличить зарплату много, может это что-то сыграет. Вот по 50-60 тысяч будут они получать, может быть что-то сыграет, а может быть это и сит портит. Вот это вот вопрос такой, что... Главный вопрос в оленеводческой отрасли – как сделать продукцию рентабельной? И взгляд на эту проблему самого Алексея. Не, вот сейчас у нас же хотят, я говорю, забойный пункт сделать, первичную переработку в упаковках делать. Да. А кто будет этим заниматься? Они нас научат, эти специалисты, да? И все это на нас оставят. А у нас люди где? Нет у нас людей. Это надо вот оттуда, чтобы семьями приезжали, им здесь квартиру давали, с этой аппаратурой ухаживали. Вот 10, сколько там надо людей, чтобы это... Человек 5 надо, наверное, чтобы, который этот разрезает, это мясо упаковывает. Мы должны все равно в связке работать с этим заводом. Забойный пункт хотят это, не где-то там возле поселка построить, чтобы мясо возить. Прямо на этом, на нашем забойном пункте построить первичную переработку, чтобы оттуда мясо заходило прямо в их цех и оттуда уже в банках ходило или в этих в ящиках. А сейчас мы в гостях уже в другой Яранге. У оленеводов стадо номер 7, в котором работают... Каурги Дмитрий, оленевод, бригада номер 7, 3 чумработницы. Бригадир мой, вот, братишка Владик, 3 брата вот Слепцовых, еще Александр. Людей мало, не хватает, пастухов. Осенний период. Летом кочевали хорошо, в сторону моря, на север. Литовка, можно сказать, хорошо прошла. Нашему сыну 11 лет, вот скоро 12 ему будет. И вот он тоже как с отцом работал, по 12 часов работал. А я у него спрашиваю, сын, ты дальше будешь это, вот когда вырастешь, ты кем будешь? Не знаю, наверное, я буду ветеринаром, может, оленей лечить. Конечно, я очень хочу, чтобы дети наши пошли по стопам наших отцов, дедов. Ага. Чтобы не развалилось вот это оленеводство, чтобы она дальше этот поднималась. Ага. Конечно, мы очень это хотим, чтобы продолжилась эта нить.
Разговор подхватывает уже знакомый нам Иван Слепцов. У нас-то порода оленей харген называется, чукотская порода. И если посмотреть туда, дальше, в сторону Анабаарского района, там у них ланкийская порода. Они высокие, рослые такие, ну и спокойные. Там дальше, вроде, в сторону, вот, где Саамы, Финляндия, там у них вообще такие спокойные олени. Обучать даже там особого труда не составляет. За день хоть 10 можно обучить. А у нас такие олени, наверное, единственная порода, может, в мире даже, харген. Они маленькие, низкие, лохматенькие такие. Уносливые, ага. И упрямые. Одного оленя у нас бывает, что даже поймают, он не идет, но его не так видно у него, что он, если научится, он будет хороший олень. Толковый будет. Но он упрямый. Этим и интересно. Они его обучают, но он не идет. И бывает, что 15, полмесяца еще уходит, 15 суток обучает. Но все-таки потом пойдет. И научится, когда, ох, бывает, это олень хороший. Один вот обучал у нас тоже. Не шел, он его мульча на льду поставил. Палку забил, заморозил. Там его. Так, каждый день его. И так и 15-суточник мы его назвали. Но все-таки пошел. А потом, когда научил его, обучил, вот первые места почти всегда на гонках брал. Весной и осенью всегда. Обучает оленей. Там смотрит, если хватает прягу, все равно на будущее там. Молодых обучает 2 лет. Ну, кто какой понравится им. Вот, оленей обучают и ездят на них. Смотрят по стати там, какой глаза у него какие. Посадка какая у него там. Смотрят, чтобы выбрать его. Оленеводцы-то работают в основном те, кто в советское время родился, а сейчас, который после 90-х родился, сейчас вообще не работает. Там одного я спрашиваю, ты сейчас дальше будешь работать? Он говорит, нет, я в поселок пойду работать. А я говорю, а если 20 тысяч зарплату сделают? Он говорит, не. А если 40, говорю, зарплату? 40 тысяч, если зарплату подумают, до 40, допустим. Не, я говорю, не. Я думаю, даже за такие деньги не хочет идти в тундру работать. Совсем она не престижная, значит. Ну, здесь, видите, здесь электричество только вот покарали, во время карали, наверное, только. А вон при лампе в основном. Вот. Техника появилась, да, и то вот такая, ну, бывает, ломается, да. Ага, проблем полно. Да, топливо, конечно, топливо. Ну и молодежь сейчас современная, там же телефоны, да что там только нету. Они там работают, учатся, живут светло. А сюда приедут, здесь никаких ни благ, ничего нет. Они, конечно, туда поедут. А наши дети, это тоже они такие. Ну вот у меня дочка работает в стадии. А внучка, вот ее дочка тоже сейчас там. Только не у нас, а в другой общине. У нас община Турлаугена, а там община Унтендли. Там вот она работает. Ну и, конечно, хотелось бы, чтоб побольше. Хотел бы, да, чтобы и внуки дальше пошли работать. С нами кочевала. А то так, потому что если не придут, то мы, можно оленеводство будет закрывать. Очень отрадно, что на улице тундры много детей, которые помогают своим родителям в меру своих сил, перенимая навыки кочевой жизни. Я всегда на корабле приезжаю. Олени. Мы оленей сторожим. Мы там дежурим, чтобы они не убежали и с родителями. Зимой нравится, потому что можно на корабле ездить. Осень нравится, потому что реки замерзают. Весна, потому что на велике еще можно кататься. Маленькая хозяйка большой тундры. Наша Лариска, как мы ее любовно называли, с удовольствием рассказала нам свою любимую стихотворение. Да, мы тоже сказали, да, мы тоже сказали, это было нужно посмотреть, где все теперь. Оленей делает, а мама делает мясо, готовит и морозку собирает. Во время кораля мы поговорили с теми, кто приехал помогать оленеводам. У меня
отец Атох Матвей Николаевич, знатный оленевод, и мама Атох Светлана Алексеевна. Семья 11 человек. Кеулина, Евдокия Ивановна, ага. Это старшая сестра. Угу. Потом Кеулина Любовь Ивановна, это средняя сестра. И Кеулин Петр Иванович, старший брат. А-а-а. Потом я. Угу. Потом идет мой младший брат Толик, самый младший брат Атох Анатолий Матвеевич и самая младшая Атох Мария Матвеевна. Очень рад, что продолжается династия оленеводов. Вот в моей группе учатся дети юкагиров, чукчи, вот, эвенов. И есть студенты с родителями, которых я хорошо знаю, оленеводы. Вот, и они продолжают традиции. Закончили рано, световой день. Это из-за небольшой поголовья. Сейчас самое большое во втором, по-моему, 2700. Это здоровое, полностью здоровое, прошедшее этот анализ. Ага. Положительные у браковки. Это чистое стадо. Будем выпускать. Тундру, холорчу. Переходя из Яранги в Ярангу, мы знакомились с семьями оленеводов. Владислав Каургин – один из представителей известной оленеводческой фамилии. Я вырос тут. Родился, вырос. Мои родители здесь были. И вот пошел по стопам уже 15 лет. Пробовал я как-то жизнь вне стада. Мне что-то, да не мое, не получилось. Жизнь идет по сезону. Каждый сезон по-разному. Допустим, весна, гуси прилетают, птицы прилетают, тундра оживает. Потом лето, все зеленеет. Осень тоже, все радуемся. Осень вот. Когда замерзает, вот сейчас зима будет, в лес зайдем. Тоже какая-то тоже радость, какая-то разнообразие. Ну вот, так и живем. Мое место здесь. Да и дети вот, семья. Мама моя сейчас на пенсии, в Колымске сидит, в поселке. Ну, отец умер уже. Вот продолжаем их. Путь. Поголовье поднять, главное, сохранить телят, в основном, конечно же, которые вот весной у нас появляются. Стараемся их как-то сохранить. Если мои дети не будут здесь продолжать, ну, то, что мы сейчас делаем, то кто будет? Других уже как-то уже мы не знаем, кто будет. Кого-то же надо учить. Своих вроде, ну, учить вроде лучше будет, чем кого-то из других. Слепцов Александр Иванович, оленевод с 30-летним стажем, у каждого времени года свои особенности. Особенно тяжелое время для оленеводов – это осень. Когда уже непонятно одежды, как, какую одежду одеть там, теплую оденешься. А на утке там что? В сапоги оденешь, холодно. А на дежурстве сидит 12 часов, там вообще замерзаешь, ходить тут. Постоянно ходить надо будет. Вот там по-всякому выдумываешь. Флейку с собой берешь, допустим, в рюкзак. Где отдыхаешь, там чай пьешь, флейку одел, подсушился, сапоги, все. А весной уже другие проблемы. Когда уже тает, уже земля появляется, там уже сложно. Тоже олень сразу начинает бегать, нельзя, ну где это протально, нельзя разбрасывается быстро. Постоянно собирать надо будет, поправлять. Тоже так же. Во время королизации всюду звучала музыка, которая создавала атмосферу радости, хорошего настроения и задавала праздничный тон работе. А в конце рабочего дня молодежь устраивала дискотеки, в которой участвовали все, от мала до велика. Заводилой этих вечеров был любимый танцевальный ансамбль «Ярар», и мы с ним, конечно же, познакомились поближе. Меня зовут Бугер Ирина Альбертовна. Я начала танцевать в этом коллективе с 11 класса. Первоначально он как бы был как фольклорный ансамбль. Руководителем первым являлась
Бегунова Варвара Николаевна. Это было в 86-м году. Как бы, ну, фольклор, там они изучали язык, вот, обычаи, традиции. В 86-м году он уже как пошел как вокально-инструментальный ансамбль. Руководителями Пицовы, Тымкель, семья Тымкель, уже всем известная семья. Знаю, что в 91-м году они летали на молодежный фестиваль в Москву, город Москва, принимали участие. И в 2002-м он уже получил звание как народный коллектив, статус народного. И куда выезжаете? Выезжаем мы по району нашему, не только по нашему, там в Среднеколымск выезжали, в Среднеколымский район, в Билибинский район, Чукотский автономный округ. Дети, вот наши, средняя группа, они выезжают на фестиваль, вот игры Дети Азии, международные дети игры. Меня зовут Сахара Надежда Анатольевна. Занимаюсь я в Ерале, участвую в нем с 11 лет. На данный момент являюсь руководителем этого ансамбля. Что я знаю о Ерале? Я знаю, что его возглавляла Неустроева, бабушка, что Анна Дмитриевна. Вот, как бы она занималась этим всем пошивом национальной одежды. Вот так. А на данный момент стараемся сами шить, как бы вот это вот национальное. Вот. Также у нас есть в Ерале три танцевальные, ну, как три возрастные группы. Ну, четвертый у нас идет как наставники, это старейшины, вот они как нам подсказывают в обрядах, вот этот вот язык помогает изучать. Так, младшая группа, средняя и старшая, это вот мы сами как бы помогаем. Также у нас поют дети, вышивают, у нас помимо этого у Ерара кружковые работы. Они там шьют, сами дети учатся, рисуют. Там вот рисуют чукотские там такие вот подделки. Все участвуют в разных фестивалях и как бы держат такие места, как бы призовые всегда. Брусенина Елена Святославовна. Я работаю в детском саду и заочно учусь. Я хотела бы как быть воспитателем детского сада, потому что у нас там нехватка. И как бы сейчас молодых более... Нас как бы просят, чтобы мы учились. Я сама тоже первый раз, очень хорошее впечатление. Во-первых, отдохнула на природе. Вдохновение, не знаю, чукотскому танцу нельзя научиться. Он должен как-то выходить изнутри. Вот это вот как бы, не нужно иметь никакую пластику. Это вот как-то само изнутри вот выходит. Как бы это как, можно сказать, как дар, не знаю, вот видели, вот это вот все слышали. Как бы. Вот эти танцы, конечно, нам больше понятны, чем остальные какие-либо. Вот эти танцами мы живем. Мы очень рады, что наконец-то побывали на корализации, своими глазами увидели, как это происходит, и какая это тяжелая и в то же время и радостная пора. Ведь для тундровиков это очень важное событие, которое собирает и молодых, и старых, и является для них таким временем, когда можно поучаствовать в национальных обрядах, играх, танцах, песнях, спортивных состязаниях, когда можно встретиться с теми, с кем давно не виделся, когда можно узнать все новости. Это большой праздник для всех, и оленеводов, и их помощников, который запомнится всем надолго. Мы же желаем, чтобы в тундре всегда были и олени, и оленеводы.